Ну, короче, продолжаем свой сейчас блог, да? Сейчас я чекну. Значит, работаем на двух цифровых пультах. То есть, так как у нас участвуют и виолончели, и акустические инструменты, ну, и живые инструменты. Поэтому нам, значит, нужен один пульт для запуска фонограммы и второй пульт для отстройки живых инструментов. Сейчас идет тестовый режим, проверяем пока на способности, аппаратуры, да, как колонки съезжают сабвуферов. То есть, значит, ну вот каким-то образом так, чтобы показать весь ужас подключаемых проводов, да, мы можем, не знаю, видно это отсюда, не видно. Вот, ну в общем, это каким-то образом вот так вот все это выглядит. Целая матрица, все закоммутировано. Вот, целая куча проводов. В общем, музыка поехала.